Так, раз, авто. ВАЗ, ГАЗ, ВАЗ. Просто, ну, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, модель. Тут вообще есть такая? Веста, Веста Кросс, Вест... Революшн? Это что такое, нахуй? Да ну, нахуй. А, ожидаем выход новой модели АвтоВАЗа. Lada Kalina Sasha Grey Edition, в которой рычаг переключения скоростей будет торчать из водительского сиденья. Sasha Grey Edition. Я этой машины рот ебал. У нее шестнарь стоит, приколи. 215 сил. 7 миллионов стоит. Искра Калина. Калина Кросс. Карина Кросс, блядь. Чё по кайфу? Чё копай? Приора, Революшн, Веста. Веста Кросс. X-Ray. X-Ray Кросс. Я в... Карина Кросс! Тоже, что ли? Проект авто... Это, Лады, что ли? Я не пойму. Где, ебать, аура, ебать? Вот она. Ничего не найдено. Не может быть. Ничего не найдено? Даром. Let's go. Ух, ебать. А как здесь вообще автомобили? Ебать, я на дроме тысячу лет не сидел. Ебать. Я первый раз на сайте. Сколько? Государственная программа. Гранта Седан Классик. 900 тысяч. А как? Есть фильтр? Сначала дорогие поставить. Можно? Дилер модель. Веста. Гранта ЛВЦ. Фургон? Бортовая платформа. Оу! Нива бортовая платформа. Подожди. Ладно. Веста Кросс СВ. Самая дорогая. Какая самая дорогая? Во! На... Так. Забронировать. Так. Цвет. Золотисто-коричневый коридор. Технические характеристики. Двигатель. Код. Ага. Туда-сюда. Бортовой компьютер. Противосолнечный козырек. Розетка 12 вольт для пассажирского второго ряда. Плафон для освещения заднего ряда. Это задний подлокотник. Электроусилитель. Бам! Воздушный фильтр салона. Бам! Нахуй. На тебе, блядь. Подавись! Складной ключ. На, нахуй. Пальцем не назвать. Наружные зеркала с функцией. Так. Электропривод. Так. Датчики парковки. На. Датчик дождя. Бабах. У меня партишки на стиле. Так. Усиленная тонировка задних стекол. Надо запомнить. Я гаишника снова скажу. Здравствуйте, командир. У меня... Не тонировано, у меня усиленная тонировка. Бронированная, нахуй, усилил. Запоминать надо. Электроподъемники передних дверей. Обогрев руль с кожаной. Вот тут, конечно... Электроподъемники задних дверей. Царское дело. Здесь уже подогрев передних сидений с трех... Уровневый обогрев форсунок омывательно. Нихуя себе, блядь. Так, мультимедиа. Антенна, акулий плавник. 8 динамиков. Сейчас каждую вещь пробью. Датчик дождя и света. Поехали. 113 рублей. Так. Датчики передние. 92 рубля. Поехали. Я на машину соберу себе. Ну. Хорошо. И это все стоит 1 975 000. Минус 20%. Оплата онлайн? Я могу так пикнуть и купить эту машину? Вот это мне нравится. Вот это мне. Лад, спорт. Вот это. Я меня даже на другой сайт перекинула, приколи. 2 300. Оу, здесь уже... Тут уже пи***ц. Генератор эмоций где? Генератор эмоций от 2 350. Каждый маршрут становится гоночной трассой. Каждый водитель может быть самым быстрым. Силуэт занижен. Подождите. Форсир... Как можно... Вот это слово форсированный двигатель, это как иномарка слово. Вот это устарело нахуй вообще напрочь. Иномарка слово, помните вообще? Я на иномарке езжу. Аэродинамический обвес, кузов и пакет отделки. Тормоза повышенной эффективности, подвеска с спортивными настройками. Прирост тяги после 3500 оборотов. Как на турбине, прям. 100 км в час на второй передаче.
Я как будто в детстве, знаешь, вот это. Блять, у меня на второй 100 едет, это пиздец. Реально? Я раньше помню, все мерились второй передачей. Типа, сколько у тебя на второй едет? Это пиздец. Мотор форсирован. Именно для таких режимов работы. Облегченный узкий выпуск. У меня истерика, ебаная. Это что за космические корабли? Это инопланетяне сделали. На черном диске какая уебка. Антихром, блядь. Кстати, вот это... Вот это что? А что различие? В чем различие? Вот этого? Это форсированный двигатель, тут тоже форсированный двигатель. Аэродинамический обвес, тут тоже. Тормоза повышены, тут тоже. Подвеска, спортивная. Так, 2392 на 10 тысяч дороже. Почему? Почему на 10 тысяч дороже? Антихром. Так тут тоже антихром. 24 года. То есть вот это дешевле на 40 тысяч, чем это. Только потому, что здесь черные диски. И антихром. Это комплект накладок. А что это? Завода не идет? Ящик органайзер. Мне нужен. Дефлектор. Так, это хуйня. Накладка на задний бампер. Вот это Веста? Берем. Сколько, блядь? Дефлекторы лобового стекла. О, вот это хуйня. Нужна защита картера. Завода не идет? Ох, берем. Алюминиевая защита картера. Ой, блядь. 5 мульта за это дерьмище. В рот мне ноги. Я в 2020 году к 5 купил за 2. 2. Это что за тот рот? А, это вот такие вот, блядь, вот это, блядь, вот этот колхоз, вот тот, который будет стоять и мне показывать, сколько мне остается до расстояния. Гидрофобное покрытие для стекол. Ебать, лохотрон. Керамическое покрытие. Керамика сколько стоит? Сколько, блядь? Так, видеорегистратор, камера заднего вида. Придется брать. Электропривод управления багажником. Прикинь, заводы. Сколько? Ароматизаторы капота. А, я думаю, амортизаторы. Я думаю, что, блядь? Ароматизаторы? Амортизаторы капота. 129 146 рублей. Плюс 2 392 000. 2500, не так уж и дорого. Если убрать вот это и самому купить. 40 тысяч там. Ну, вот это все можно, конечно, в полцены купить. За 2500? Ну, вид неплохой у нее, знаешь? Какой? Неплохой. Так, и теперь заходим на Авито. Я сразу же вот так делаю. Делаю Mercedes. Делаю S-класс. Что, Майбах, что ли? Ну, что бы я купил? Смотри, давай выключим голову. Так, у меня 2500. Что я хочу купить? Так, знаешь, сейчас... Такая, блядь, берем вот так, Лекс, ну, чтобы не выебаться, где скажут, блядь, Равшан, так Мерседес ломается, так я тебе покажу машину, которая не ломается, дружище, ебать. О, нашел. Не, это слишком долго. Ну вот. Я там плита, блядь. Да, вариантов есть. Есть вот такой вариант. Тойота. Да даже самая Камри. Ну да, диапазон цены поставлю от 2 300. Там сторговаться можно. Бам! Вот охуенно. Хуй в жизни сломается машина. Хуй, блядь. Хоть, блядь, об столб её ебать, стой, блядь. Вот, ебать, салон, посмотри. Бам! Бум! Хуякс. На коричневый салон тебе. На электрорегулировке сидений. Получай. На. Во! Так, дальше едем. Я, что мне в голову приходит? На, нахуй, скорее пригнать, нахуй, скорее пригонять. Вот, ебать, смотри. Пи***ть, трахает, блядь. Пробег маленький. На, нахуй. Чуть-чуть, конечно, так себе, но, блядь, лучше, чем... На, ДСГ, нахуй. Алькантара, блядь. Чё, по кайфу. Так, чё ещё есть? Давай, тут же, недалеко. Не отходя от кассы. Вам. Джетта, Пассат, ага. На, ебать, та на Рестово ездит. Но если что, можно вот такую 1.8. Вот такую взять. На, нахуй. Салон покажи.
на фотке. Никогда в жизни не продашь машину, дружище. На 60 тысяч пробег. А? Как вам? На, ебать, посмотри, нахуй. Регулировок вообще нет, понял? Никаких. Вот она, блядь. Акула, посмотри, на. Охуенно, аккуратная. Подсветка есть в салоне. Мультимедиа, бомбочка. Чик-чирик, блядь. Так, что еще в голову мне приходит? БМВ, конечно же. БМВ, бах. Смотри. Третья серия. Поколение. Чисто молодежная такая. Ну ты же на Весте же, молодые пацаны ездят, да? Ну вот, на, получай, нахуй. На, спорт, форсированный мотор. Чё по кайфу? Ты же молодой пацан. Купил себе, блядь, банан или что-то там купил, помни. Вот, езди. Или вот возьми третью серию, ту же. Поколение. Ну возьми тогда, ну. Ну, блядь, я хуй знает. Нихуя не бери тогда, чё. Пятерку возьми, вот, 5+, F10 возьми. Смотри какие, 200 тысяч пробег, ничего страшного. Потом прокладку клапаны крышки поменяешь и все, и цепь. Ничего, дальше езди. Зато посмотри. 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 М? М? Смотри. Бомба? 200к пробег, похуй, блядь. Веста быстрее сломается, поверь. Смотри, блядь, охуй. Не? Не? А? Там наш едет, посмотри на его вонючку. Подогрев руля. Посмотри, какой спидометр у него стоит. От 330, а 530. Что можно взять? А6, да? Бум. Ебать, за такие деньги такую А6 можно купить? Ебать, посмотри. Посмотри. Ну это же пиздец. И чё, ебать? Камера, все есть. Ебать, она жирная. Пиздец комплектация. На неё, ебать. Память сидений. Чё по кайфу, блять, в машине есть. Вот это хороший вариант, кстати. Ты посвящай, блядь, чё по кайфу. Куатро, блядь, полный привод. Ну вот, 4-литровый, вот такой аккуратный, кондиционный. А8 берешь? На мониторы тебе, блядь. Регулировки, блядь. Чё хочешь, нахуй. Телевизор есть даже. Вах. Ебать, это... Ебать, вот. Нихуя тут чё есть. Память, блядь, вот это достойно. Ебать, Harman Kardon, блядь. Вот это достойнейший вариант за свои деньги. Есть какой достойный вариант? 2 литра, блядь. А ну, ваши варианты. Ну, да, на кидает. Ты без денег останешься, да, за такую цену машины. Что ты мне кидаешь? Она тебя трахнет в жопу, блядь, эта машина. Она тебя и без гранта оставит, нахуй. И без, блядь, без всего, нахуй, оставит. Вот, ешка, отвечаю, вот эта машина, ну, мама рок-стар, поп-стар машина. Охуенный внешний вид, ничего лишнего. Аккуратный салон, богатое дерево, кожа, алькантара немножечко, диски бомбовые такие приятные, выхлопная система, затонированные, усиленная тонировка, маленький лип-спойлер, фары, LED, что по кайфу, лампочек никаких нету сзади, вот этих маленьких. Все это за 2200, пробегом в 125 тысяч. Если он не менял цепь, то нужно поменять цепь и дальше ездить столько же, блядь, сколько она и проехала. Ничего сложного нету в этом моторе. Вот такую можешь купить. Сгоревшую машину. Чуть-чуть сгорела. Шестнарь воткнешь, 1.6, вот этот легендарный. Хуй его, везде втыкают. Все, зато у тебя ебать, что за видуха в машине. Ебать. Кстати, нихуя себе. Он что, нахуй? Я думал, это Infiniti, понял? Он тюнинг. ЖДМщик, что ли? Брембо тормоза поставил. Да ну нахуй. Диски хорошие. Хорошая машина, кстати. Посадку поставил. Небольшую выхлоп. Чик-чирик, блядь. Тормоза хорошие, кстати. Салон аккуратненький. На его ножки, шортики приятные такие у него. Лепестки себе сделал. Бордовый какой-то салон здесь. И сколько она стоит? 2500. Вот дальше. Не, конечно, у Весты есть свой плюс. Не, я не Соша Весту. Вот это, вот в такой комплектации вместо я бы катался. У меня не было денег, но я мог позволить себе купить машину в кредит и отдавать там этот кредит 3 года. С такой позиции я пошел бы покупать Весту, конечно. У меня нет денег, но хочется машину новую. Но нет, я так не делал. Я купил, пошел машину за 600 тысяч Gold GTI и катался на ней. Не выебывался. Ебать, да ну нахуй. Ебать, она, блядь, блестит, нахуй. На ее штампы, шма.
Миллион триста? Ну, чисто для коллекции, ну, для состояния, я даже не знаю. Чисто... Почему вот эти болты не заржавели, а вот этот заржавел? О! Кто это? Волков? Он сэкономил. Я же вижу, я уже разбираюсь, нихуя себе. Блять, она не полной комплектации или полной, я не понимаю, нахуй. Какую уж... Ну неплохо. Ну неплохая жопа, блядь, посмотрите. А? Вот эту хуйшки как-то, блядь, с этим разобраться бы. Я что-то, блядь, выебуюсь на Весту, а мне, блядь... Не знаю, вот эта спортлайн прикольная. А лампочка есть на месте, лампочка? Если лампочки не будет, я не куплю. Я этой лампочке все ебал, она мне снится будет. В самых ужасных снах я ее рот ебал, она как прыщ ебаный вон там. Блять, как хочется вырвать нахуй эту. Блять, не хватает вот этого, блять. Какой-то сплинтер ей, сплиттер ебал, либо не аккуратно. Блять, как-то по-уебански вот это не доделали, комплектация. Это какая-то не то, что-то не то. Почему это не... Это... У нее колесики маленькие. Вот ее это убивает. Малюсенькие колесики. Нужны... Профиль поинтереснее. Ну-с, и что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я не... О! Западный обход. Секунду не пожалел, что я это сделал. Отвечаю, мне она сейчас так нравится. Не знаю, все вкусы разные, но скажите, она ж круче выглядит, чем седан. Да. Да, я... Конечно, круче. Ну, а это точно круче, чем седан выглядит. Дороже выглядит. Она и стоит дорого, бля. Но выглядит она еще дороже, чем стоит. АвтоВАЗ... Юра в Краснодаре живет? Я думал, ростовский. Суть, как он это делает, я не понимаю. Они не закладывают никакой спорт в кузов машины, да? Это обычная Vesta Universal, обычная. Просто они добавили бампер и все. Ну, типа бампер, все, ну и диски, естественно. И получилась вот такая. Она неплохая, неплохая. Блин, даже чем-то вот тут на BMW, или я долбоеб, или вот это место на BMW похоже. Или я долбоеб, или я уже с ума схожу. Реально, ну, по-другому выглядит, не как обычная Веста. Просто вот как АвтоВАЗ так делает? Сейчас, да, убрать, если все вот эти ваши предвзятые отношения к АвтоВАЗу. Сука, скажи, что она некрасивая. Напизди сам себе, скажи, что она некрасивая, блядь. Кого-то... Она симпатичная. Ты наебать хочешь. Меня ты можешь наебать, себя ты не наебешь, блядь. С этого ракурса, да, посмотри с этого. Вот это... Ну, вот это мне, например, вот уже в глаза бросается. Мне уже это не нравится. Ты можешь наебать себя, ты не наебешь. Ну, вот это вот. Ну вот тут приятно, приятно. Ну вот это. Да, посмотри. Глаза бросаются. Этого. Вот отсюда. Ну отсюда вы уже все видели, это всем привычная уже Веста. Вот еще не понимаю, почему вот это не в черном цвете. Не ебучая. Блядь, посмотрите на нее. Я в автосалоне, когда на нее смотрел, она стояла слишком близко в углу. Шмак, который ты забрал в конструкторе, вот она, согласен, черная на черном, даже. И я смотрел на нее, грубо говоря, вот с такого ракурса, да? С такого у него тоже такая, только у него почему-то хром спереди, я не понимаю, как это произошло. Просто ничего не понятно, ничего не видно, такого вот так вот отсюда на нее смотришь. Да пиздец, по миллион. Ничего не понятно. Может пойти в Камри продать и пойти в кредит взять просто. Сколько там платить надо на... Единственное, чего я желаю этой машине... Да она... Я не хочу на ручной коробке ездить. Чтоб я не жалел, что я ее... если она должна быть техничкой, так пусть у нее будет, ну, коробка автомат. Я не хочу, блядь, ходить. Купил? Это чтоб она не ломалась. Многие, возможно, скажут, да тебе заплатил АвтоВАЗ за рекламу, поэтому ты одну Весту выгнал, вторую Весту... Так есть! ...выгнал. Да с чего вы это взяли? С чего вы взяли, что я рекламирую АвтоВАЗ, блядь? Если... Нету, я, блядь, в конфигураторе выбирал, нету, нахуй. Трансмиссия, механика, блядь. Не было вариантов, не было. Если бы я его рекламировал, это было бы явно заметно, бля. Я как и хорошее могу сказать об этой машине, так же и плохое могу о ней сказать. С чего вы, бля, взяли, что это реклама, бля? Еще, блядь, ей согласен, пацан правильно написал. Еще если с нее тонировку снять, уже не тот вид будет. Я думаю, явно было бы заметно, если бы мне кто-то заплатил, бля. Об этом бы уже все, все бы об этом уже говорили. Не знаю, вот это вот хейтеры эти, бля. Это, ну, я вас не понимаю. Вы явно преувеличиваете. Чтоб мне АвтоВАЗ за рекламу выплатил. Ладно, шутки шутками. Давайте вернемся к ее цене. Конкретно эта машина мне вышла 2 миллиона 250 тысяч. И как и в прошлом ролике, отвечаю, именно за 2... Я не говорю за 2,6, бля. 2,6 это уже тоже плюс 300-400 тысяч, бля.
это тоже не маленькие деньги, это многие так, типа, блядь, лучше, чем за 2,2 взять, блядь, за 2,5, за, типа, ты такой пришел за Вестой, а, ебать, добавлю-ка я 400 тысяч и куплю, блядь, еще лучшую машину, а еще 400 тысяч добавлю, куплю еще лучше, а если еще 400 тысяч добавлю, куплю еще лучше, а если еще 400 тысяч добавлю, куплю, блядь, еще лучше, типа, ну, там, во-вторых, чтобы купить М5, ее нужно содержать, нужно понимать свои силы. И многие такие: о, у меня чуть больше бабок появилось, так единоразово, так сказать. И такие: о, мне тогда покупать, если вечером она у меня уже на валах. Я просто могу накинуть валы, поставить ресивер, ее прошить за один день. Я это все за один день могу купить в магазине, блядь, разобрать, собрать. За один день эту машину можно зарядить, блядь. Вот почему я люблю эти машины, они, блядь, китайцев на. Я вообще в этом ролике хотел ее... Бакинский не заходит сюда никогда, автобус, Бакинский. Бакинский не заходит. Такой, блядь, все махачкалайки. Давай, открывай его. Нахуй надоело все. Вода что его... Нахуй надоело. В Фурбазе же вода нету, сынок. Почему? В Фурбазе ты заебался, жрать нечего, блядь. Колбаса холодильника есть там? Холодильника нету, такой... Одна сосиска уже, наверное, блядь, протухла. Холодильник нету, телевизор нету. Я 7 месяцев Дербент не Дербент не видела программа. Раньше вода хорошая была, теперь пустят. Один кипяток на 20 минут, пиздец, холодной водой купаюсь. Колбасы тоже нету, да? Какой? Турбаза, хубаза, говно. Колбаса Махачкала хорошая, Цумбазар. 200 рублей, Ставрополь. Седьмой континент. Это Комсомолец. Батон, охуенно. Один сок привозит 20 рубля. Караван, это пойдет. Ленина, блядь. Тухнет сочинская 220. Это жиром 200. А здесь, блядь, хуй ты купишь. Для меня 300 рублей.